Всем привет, ребят. Ну что, забрал я наборчик Махатмы. Получил еще какие-то, получил самики вот эти. Вот. Что мы получаем? Новые сумочки, в которых падают камешки, новый талантик и скины на Махатму и на Асуру. Сейчас мы это все пооткрываем, делаем, пойдем еще попробуем с вами зависать на волне. Проходить ее, посмотреть, как она, что она. Так, давайте паролем талантики, наверное, бесплатно. Пивовор, ну, по сути, никому она не надо у меня. И так хватает пятерок. Вот просвещение оставим. Будем качать нового героя. Так, это, в принципе, зачем у меня не хватает. Ну, пусть будет. Что мы имеем? Что мы имеем с вами? Имеем мы нифига на русском сервере, как обычно, все бедово. Такс. Это наши плюшки. Так, это пятая, вот она. Вот так вот, отсюда можно вытащить нового героя осколками, два скина, новый талантик, в принципе, тоже уже вам все показывал. Ничего себе, вот это так вот гордо, смотрите, три камня вытащили. Это, конечно, жестко. Осталось два камня нафармить, а можно будет даже сегодня уже девяточку прокачать. Скин на бабульку обменяли. Бабулька со скином уже показывал. Сейчас вам еще разок покажу. Сейчас немножко только улучшим героев. Не улучшим, точнее, выставим. Талантики. Так, фактом ставим грубую силу. В общем, надо очень много красных кристаллов, чтобы это все сделать. Так, тут так оставим. Душка будет. Ну, это, в принципе, не спасет. Давайте наймем юнитов. И пойдем сейчас трешевать. Пробовать проходить волну ВАИ. Новую. Кто-то на это может уйти. Куча попыток, но хотя бы попробуем максимум, до третьего мы добегали. Возможно, и финку надо поставить. Вот видите, здание разбивают и все. Жесть. И что тогда снесли? Все, до АИ-4 мап какой-то пришел. Рандомчик. Все, конечно, зависит от того. Вот сейчас вот, кстати, неплохо зашли. Вот, блин, у меня юнита нет. Вот малыши Ники, они просто тупо унижают, блин. Все, у меня пару зданий АИ. АИ 4. Так, не, ну не бейте здание-то, а. Вот так вот АИ 4. Практически. Так, надо посмотреть, что там на хранителе у нас еще стоит. В общем, надо сюда брать. Как я смотрю, автопрокера, будет вам счастье. Но это не точно, посмотрите. ПБшка просто там растащил моих. Интересно, интересно, смотрите, АИ-4 у меня остались. От Фреи. Вот вам бах, словили.
Багованная волна получается. Ну, давайте уже подождем. Может, засчитает. Интересно, интересно. Пайки остались. Встанет, причем от бури. Соединение установлено. Сразу же выкидывает вот так вот. Головная волна. Так, сюда тоже поставим воодушевление. Мне каждый раз нанимать юнита. Ну, вот видите, с воодушкой на хранителе будет очень круто то, что Анубис будет неплохо сливать все. Так, ну тут первая, вторая вот проходится на изи уже. Это уже хорошо. Дальше у нас малыши Ники мешают нам. Так, АИ-2. АИ-3. Тут сейчас нас просто раздадут. Ну, практически АИ-4 прошли. Давайте будем пробовать все-таки нанимать юнитов. Хотя бы по центру, может, как-то повезет. Ну, Некрос сливает их только так. Если не на первое, то на второе, а он еще есть и на третий. Волочь. Вот, кстати, придумали бы они, чтобы можно было без проблем нанимать. Вот видите, опять то же самое. Сейчас второй придет, опять добьет. Еще и малышник. Просто жесть. Осталось там два здания. Три. Ворожей просто добил. Толку от юнита я тоже не вижу. Вообще нужно будет кучу попыток потратить. Нормально затащить. Так, АИ-2. АИ-3. АИ-4 сейчас у нас просто... ПБшка и на АИ-4. Ничего себе, АИ-4 прошли. Остался один. Ай-яй-яй. Так, что у нас тут? А тут у нас, ребята, огнекрыл. Подарочек на И5. Вот так вот. Неожиданный, нежданный подарок. Вот видите, огник задержался и все. Жопка. Я говорю, огник. Некрас.
Так, давайте немножко питомцев поставим, что ли. Называется Фрей поставил. Будет. В принципе, они и так у меня не особо там умирали эти. Так, поехали. Возможно, попробовать Афинку сюда поставить. Хотя и Фрейя нужна, как видите, она очень хорошо сливает. Ну, АИ-3, АИ-4, до пятой, в принципе, доходим. Сейчас, как обычно, зайдут. О, ничего себе. Ну-ну, слейте. Красавчики. Да, твою мать, Ник. Ник просто тупо унизил. А можно было, в принципе, неплохо. Что там мы на первое вышли уже? Шанс есть. О, хранитель мне нравится, что он заряжается, дает баф, но без под бафом нормально уже сливает. С первой волны проходится. Первая, вторая, третья уже не проблема, как видите, еще питомцев расставили. Ну а дальше, опять же говорю, здание нарушить надо нанимать побольше. Хотя юниты ничего не решают. На каждой волне есть накрас, который будет просто тупо шатать ваше здание. Блин, сейчас как назло зайдут с той стороны. Блин, так и случилось. В общем, по сути, волны несложные. Ну, это для бездона несложные. Для доната. Несложные. Для бездона, конечно, жесть. Для доната чисто ловить рендом, чтобы не убили полностью здание, как видите. Вся проблема, как и на предыдущих волнах, это здание шатают. Ничего себе бабашка там раздает. Ну вот четвертая опять. И смотрим. Вот. О, вот так вот. 57 секунд уже. В принципе, мы на правильном пути. Думаю, сегодня затащим. Надо еще Бугимена улучшить. Ну все, на четвертый сейчас просто тупо шляпа будет. Нет, по себе. Ну значит, на этой будет жопа. До пятой доходим, изи, ну а дальше, видите, сливают. Ну все, сейчас заход просто сбоку и до свидания. Ну, в общем, такая вот волна, ничего сложного нет. Малыши Ники, конечно, мешают. Ничего не поделаешь, пройти можно. Я, как видите, потратил уже кучу попыток, но вышел в топ. До пятой я дохожу с трудом. Героев я бы не сказал, героев там сливают, не сливают,
Все зависит чисто от рандома, от удачи, как ваши герои посливают быстро, то есть ладушки приветствуются. Хранителя однозначно для Анубиса надо брать. Ну, Некроса выбивать быстро — это Фрея, Огнекрыл. Ну а дальше там Огник появляется, поэтому пятая волна — это вообще очень большой рандомчик. Вот видите, что делается. Вот эти Некросы, первая волна. Ну, для бездона я вам скажу, что Unreal. Для доната чуть-чуть слить карты, в принципе, пройдет. В общем, пишите комменты, подписывайтесь, я буду дальше пробовать, уже потом выложу удачный заходик. Всем удачи, всем пока. Так, ну что, и 4 вроде удачный такой более-менее заходик. Наверное, но это не точно. Ну и пробуем дальше. Так, у нас Анубиса слили, к сожалению. Ну-ну-ну-ну-ну. Просто изи, ребят. АИ 5 пройдено. Все, мы прошли все волны. Сейчас посмотрим, за сколько времени. Вообще, вот так вот, как я и говорил, в принципе, ничего сложного для доната нет. Без юнитов. В принципе, попыток, наверное, с 50 ушло. Не помню, сколько у меня там будет на видосе первом. Ну, в общем, вот как-то так. Волну затащили. Сейчас посмотрим, обновит. Да, вот 1.27. То есть, в принципе, изи. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.